Друзья, всем привет! Мы находимся на озере Ильмень, деревня Коростынь. И сегодня у нас обзор параплана Scooter 2 от компании Sky Country. Пилот Николай Вишневский. Будем распаковываться и пытаться взлетать. Всем привет! Условия довольно-таки сильные. Постараемся полетать. Продолжаем тестировать крыло перед поездкой в Таиланд. Надо влетываться. Крыло Sky Country Scooter 2. Поехали! Суток. Сегодня с Иваном выехали на озеро Ильмень. Прогноз был спорный. Соответственно, Алексей, ты был прав. Прогноз не оправдался. Были тяжелые условия. Тяжелый, сильный ветер. Достаточно ровный. Где-то мы приехали часам к 11. Постоянно дуло метров 10-12. То есть максимум до 12 доходило. Мы подождали, посмотрели, понаблюдали. Никто не летал. Мы решили летать сами. На старте крыло повело себя адекватно, то есть уже это, наверное, третья моя тренировка. Погода летная, слится очень мало, поэтому сложно написать там хороший летный обзор. Какие-то вот маленькие клочки там летной погоды пытаемся урвать. Много, на самом деле, пришлось работать акселератором во время полета, который приятно удивил, помог. На первой ступени вообще адекватно, то есть, я не знаю, там, я не догружаю крыло, и мне приходилось на первой ступени просто летать постоянно. Там, ну, иногда там, когда, то есть, чуть-чуть порыв стихал, можно было отпустить. Но, опять-таки, повторяю, поскольку я думаю, если бы я
догружал бы крыло, как полагается, летел бы хотя бы посередине, то это на самом деле облегчило бы участь. Но так неплохо попробовал режим уши. Уши на самом деле можно регулировать. Того, как ты затягиваешь ушные стропы, то есть можно регулировать глубину ушей. Достаточно можно серьезно подвернуть и лететь практически там на одном центроплане, на центральной части. Очень удобно, но ветер был настолько сильный, что даже сегодня приходилось пользоваться не только ушами, но и акселератором совместно, то есть одновременно. Все адекватно, все работает, летит. Очень нравится стропная система, как выполнена. Свободные концы очень удобные. Гляжу, он не уступает многим даже производителям. Вот NewYuk, мне кажется, и даже примерно одна ценовая политика у них, примерно один ценовой сегмент. Но да, пока все очень нравится, я доволен, тем более за такую цену. Соответственно, то есть я мог бы купить себе какой-то бушный комплект, непонятно, то есть в каком состоянии, не факт там, то, что хорошее, да, и, ну, в данном случае, то есть крыло сшили именно конкретно для меня, ну, что всегда, конечно, приятно по своей титовой схеме, которую мы вместе придумали там с Алексеем, и, конечно, приятно, когда вся снаряга уже изготовлена для тебя, все новое, все красивое, все летное, то есть послужит. Я надеюсь, что долго будет и уверенно служить. Там будем летать, будем стараться развиваться, стремиться тоже получать какие-то спортивные достижения со всеми характеристиками крыла. Вот, так что всем спасибо за внимание. Нормальный день, отличное летное снаряжение. Спасибо, Леш, еще раз за то, что доставил вовремя. Горы покажут, на самом деле, какое это снаряжение по факту. Пока все очень нравится. Спасибо всем.